Я видел, как смерть пришла ко мне. Рядом был Христос. Они пришли вдвоем. Знаешь, сейчас, что мне напомнил Дух Святой? В этом посещении я увидел большую смерть. Холодная стена, неподвижная, угрожающая. Такая, прямо вот так. Я тут лежу на диване, человек беспомощный, и рядом Христос, вроде маленький, меньше, чем. Но я увидел, что у смерти не было дерзновения на мою жизнь. Она как зашла, как стояла, так и стояла. Дальше не могла. Потому что Христос сколько разрешил, столько разрешил. Потому что во власти Бога врата смерти и жизни. Это твой и мой Бог. Это твой и мой Спаситель. Его имя Иисус Господь. Иисус Спаситель. Он твой Господь. Он мой Господь. И мы имеем Его праведность. Я был в таком жутком, беспомощном состояние при смерти. У меня болело сердце, у меня на языке было пятно, которое, между прочим, аллилуйя, скоро день рождения моего второго дня рождения. Вам повезло, что они рядом. Бог вас любит, чтобы вы не мучились, не раздвоились. Какой день рождения пастора поздравит в один день. В один раз, вы слышите, Бог вас любит. Ну, я, короче, дешево вам обхожусь. Оптом дешевле. Аллилуйя. Вы слышите или нет? Такой беспомощный. Лежу на диване. Никакущий. Иисус, смерть. И я говорю со своим голосом физическим. Ты пришла за мной, но ты не имеешь власти надо мною. Если я уйду из этой земли, не ты меня заберешь, а Христос. И она исчезла. Она исчезла. Я говорю, она исчезла. По-моему, вы не рады. По-моему, если бы она исчезла из вашей жизни, вы больше танцевали бы, больше славили бы, больше радовались бы, больше поклонялись бы, больше служили бы во имя Иисуса Христа. Она ушла. Она не смогла забрать мою жизнь, потому что Христос господствует в моей жизни через свою праведность, через свою кровь, через Голгофский крест. Аллилуйя!